Мигалки и спецсигналы разрешены на автомобилях первых лиц государства, правоохранителей, пожарных, карет скорой помощи, инкассаторов. Но нередко спецсигналы устанавливают и водители элитных машин. Карать вип-нарушителей на прошлой неделе приезжало спецподразделение ГАИ. Устанавливают дуже багато осіб. И підприємці, и різного рівня чиновники місцеві, також є і приїжджі громадяни, в яких установлены спеціальні звукові та світлові прилади. Автолюбители говорят, машинам со спецсигналами правила не указ. Водители с мигалками ведут себя на дороге бесцеремонно. Начинают сигналить, чтобы человек ушел в правую сторону. Это же, в общем-то, безосновательно. Он же не скорая. Опасная ситуация, аварийная просто возникает. Чтобы усмирить нарушителей со статусом, депутаты предлагают увеличить штраф за мигалки. Сейчас за незаконный спецсигнал нарушители платят больше 1000 гривен. Если правила ужесточат, штраф поднимут в 50 раз. Вот только правозащитники не верят, что водители с мигалками понесут наказание. Просто люди будут платить довольно большую сумму правоохранительным органам, чтобы их не штрафовали на еще большую сумму. Взятка за не составление протокола об этом правонарушении будет достаточно большой. Законопроект народные избранники уже одобрили в первом чтении. После него документ доработали. И теперь депутатам предстоит рассмотреть его снова. Валерия Шапаренко, Иван Вирченко, медиагруппа «Объектив».